Шиховый белобрысый. Саш, подойди, снимай сразу. Называется работа по заявлению. Угу. А, не это вот. Поступил звонок, что у вас тут хищение мяса происходит. Угу. У нас стола. Мяса нету, можем показать, пожалуйста. Да мне не надо показывать. А мы не здешние, так что у нас мяса нету. Мы автобус ждем. Можете вам фотографировать. Вы, кстати, не представились? Я подошел к вам, представился. Сержант полиции. А удостоверение не показали? Удостоверение? Вы же не попросили. Удостоверение я предоставляю при... Ну, покажите, пожалуйста, удостоверение. Конечно. Кстати, вашего начальства я тоже сегодня уведомил. Почему он не отреагировал? А? Чем вы это делаете? Она сказала, ах, ты, говорит, со мной следила, и с этого... Вот кто у них сумки проверяет? Кто проверяет сумки у них? Мы изначально сюда пришли, здесь никого не было из полиции, за это мы начали снимать. Мы хотели подойти сразу и попросить вас. За складом опростала свою сумку. Сейчас вот по предупреждению директора. Это работа, предупреждение директора, это уборщица. Человек находится на больничном. А вы, так я понимаю, что у нас...